Всем привет! Добро пожаловать! Я решил немного изменить свою рубрику «Взгляд изнутри». В этой рубрике я рассказываю о некоторых интересных играх, по моему мнению, модификации к этим играм, ну и так далее. Вот такой вот, значит, расширением или дополнением, значит, взглядом изнутри на бесплатные игры, которые можно получить. В чем здесь суть? Некоторые буржуйские сайты или торговые площадки, которые продают игры в виде Steam ключей, которые вы покупаете этот ключик и активируете в Steam, иногда проводят такие вот беспрецедентные акции, скажем так, невиданной щедрости. На своих вот этих вот торговых площадках, допустим, вот сейчас я нахожусь на indiegala.com, ссылочку я брошу в описании, если кого-то заинтересует, либо вы просто можете вбить это в поисковике. Под списком игр, которые здесь предлагаются, есть вот такой вот раздел. Получите Free Steam Key прямо сейчас и на халяву. То есть они делают, допустим, там 5-6 тысяч ключиков, выкладывают вот это вот сообщение. Кто успел, того и тапки, как говорится, тот забрал. И на данный момент вы вводите, можете здесь зарегистрироваться, значит, здесь автоматически будет ваш почтовый ящик, нажимаете кнопочку Redeem, там пройти некоторые, значит, проверки на то, что вы не бот, а все-таки человек, ну и получаете этот ключик. В самом Steam через добавить игру, активируйте его, и все у вас будет отлично. Итак, что же это за халявная игра, которую сейчас предлагают? iBomber Defense Pacific. Ну, кто не играл, наверное, каждый хотя бы разочек попробовал сыграть в игры жанра Tower Defense, где вам нужно строить какие-то укрепления, сделать какие-то вышки или какие-то, значит, орудия устанавливать, чтобы уничтожать противников, которые должны прорваться к вашей базе. Ну, естественно, вы их должны защищать. Одна из замечательнейших игр в этом жанре, я могу порекомендовать, это Kingdom Rush. Просто великолепный. Ну и это вот такой вот достойный, скажем так, конкурент. Игра запускается в полноэкранном режиме, но я здесь просто ради записи сделал в оконном. Итак, play game, давайте посмотрим, что это такое. Компания, я здесь буквально пробежался на пару миссий, узнать, что это и как, не вылетает и как это все работает. Выберем какую-нибудь миссию, которую я, допустим, прошел, ну не знаю, допустим, вот эту. Можно выбирать сложность и так далее. Награды. Окей, play. Мы получаем какие-то очки и улучшаем наши, значит, какие-то здесь вот орудия. Здесь будут противовоздушных целей, значит, противноземных, против, значит, бронированных. Это обычные против солдат, ну и так далее. Итак, можно их улучшить. Давайте здесь апгрейд поставим. Здесь недоступен. Окей, play. Окей. Поставим здесь пулемет, мы его тут апгрейдим, поставим здесь вот эту фигню. Особенность здесь какая? Солдаты бегут по вот этому вот направлению, вот отсюда, и мы их должны тут уничтожать. И еще апгрейд. И где-нибудь еще пулемет поставлю, не знаю, вот здесь. Пусть стоит. Итак, пока вражина бежит, значит, здесь 10 волн. У нас есть еще дополнительное задание. Значит, уничтожить бункеры вот здесь, вот здесь и вот здесь. А также вот ящики с какими-то тут припасами валяются. Их можно разрушать при помощи вот этих вот, значит, орудий. Орудия более эффективны против них. Либо бомбами закидывать. Поставлю я, наверное, еще одну. Вот так вот. И 20 монеток. Улучшаем. Кстати, пехота, как можно заметить, тут вражина, пробегая мимо, наносит урон нашим постройкам. Что не очень хорошо. Со временем они как бы развалится. Ну вот, поехал теперь транспорт. Довольно шустрый. Так, отлично, бомба готова, запускаем. Бах, первый бункер уничтожен. Теперь поставим здесь вот ту турель и назначим, чтобы он тут долбал этот ящик. Когда он уничтожит этот ящик, мы заработаем немножко еще кредитов. Ну или что тут, денег, ресурсов. В общем, вот так вот.
Миссий здесь достаточно много. Это как бы самое начало, самые простенькие. Немножко можно ускорить этот процесс. Отлично, еще. Вот здесь бункерочек. Полетело. Готов. Ух ты. Еще и достижения какие-то. Такс. Вот так вот, наверное, я поставлю. Вот даже здесь. Можно указывать только на один ящик. То есть, если я указываю на этот, все ближайшие турели будут его атаковать. Можно еще раз нажал, мы отменяем. Допустим, уничтожить. Вот противники прорвались на штаб. Что они туда не залезли. И еще бомба готова. Полетел. Отлично. Объекты уничтожены. Осталось добыть только ресурс. Седьмая волна. То есть нам нужно успеть вот эти вот задания до того, как, в принципе, эта миссия завершится. Здесь как бы здоровье. То есть сколько мы противников можем пропустить, да? Давайте тут еще раз бабахаем. Ну, давай, что тут я пулеметик втыкну. Также здесь интересная такая особенность. Можно его окопать, но в определенном как бы радиусе вы поворачиваете. Только в этом радиусе он будет стрелять. Но при этом получает бонус к обороне. Скажем так. То есть ему тут меньше попадать. Вот, эти гады практически турель развалили. Ее можно чинить, ее можно продать. И можно окопать. 10 баксов целых стоит. А мы можем еще вот так вот кинуть, но бомбы повреждают просто всех. В некотором радиусе. По своим. И по противнику. Вот здесь как бы мешки с песком. И все. Перестал стрелять. Готов. Черт, тут танкетки. Лови. Ха-ха. Склеились. Хорошо, поставим еще вот здесь вот, чтобы это побыстрее закончить. Не сказать, что это будут какие-то новые игры. Ну, или такого вот плана. То есть раздача идет вот этих вот бесплатные такие вот игры. Каких-то вот, может, старенькие или какие-то, ну, довольно интересные. И в чем особенность, почему я решил вообще сделать этот такой вот раздел? Отлично, мы побеждаем. Такой вот получился небольшой взгляд изнутри. Для всех поклонников жанра Tower Defense, ну, такой достаточно прост. Набираете вы различные очки, за это получаете бонусы. Ну и их вкладываете в улучшение ваших, значит, строений. Для хардкорщиков предусмотрен режим ветерана, где у противников гораздо больше защиты, и они наносят много повреждений вашим вот турелям. Значит, их приходится часто чинить, ну и здесь подбирать такой оптимальнейший вариант. Закрываю это. Почему я решил создать эту рубрику? Допустим, в этих играх иногда, если заглянуть в страницу магазина, вот в этом вот разделе могут выпадать карточки. То есть на халяву можно еще получить карточки и этим же буржуям их продать. Пусть сами клепают там свои значки, либо самому сделать какой-то значок, ну и так далее. Пару центов получить в копилку. Просто на халяву. Если вам понравятся такие, я буду выкладывать, как бы такой вот взгляд изнутри абсолютно халявных игр, которые можно получить. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. Всем пока-пока.